Экибастузские госслужащие приняли участие в соревнованиях по бильярду. Турнир, посвященный 30-летию независимости, организован отделом культуры, развития языков, физической культуры и спорта. Желающих было много сейчас, должны подойти. Но это все равно развитие спорта среди населения, здоровый образ жизни, как говорится, в здоровом теле, здоровый дух. Вот такое начинание мы, конечно, всегда рады поддержать, поучаствовать. Всеми шарами будем играть. Ну, олимпийская, да, система? Да, сразу на вылет, под группу подняли, сразу этот. Проигравший вылетает, выигравший дальше идет. Сегодня этот вид спорта один из самых популярных в мире. По итогам соревнований третье место занял специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Баултай Аманов. Второе место – заведующий сектором отдела занятости и социальных программ Берик Касымов. Победу одержал исполняющий обязанности руководителя отдела строительства Ринат Шарипов. Все они были награждены призами от организаторов.